Всем привет! Я до сих пор гуляю по Оздилеку. Я думаю, вы уже знаете, что в Оздилеке есть очень много вот постельного белья, одеяла. Вот в основном одеяла, знаете, я тоже здесь смотрела. Правда, вот они разноцветные, я такие не очень люблю. И мне, пока я вот ходила, знаете, мне позвонили по работе. Отель, которого я в этом году даже, ну, как бы CV не подавала. Я в том году подала, записала, там пришла персональному менеджеру, и все, я и забыла, что я туда подавала, честно вам скажу. И мне сейчас звонят, спрашивают все. Говорят, у вас знакомые есть? Ну, наверное, одна же такая, знаете, без знакомых. Я говорю, ну, у меня много где знакомые есть. Он говорит, я хорошо, я посмотрю ваши CV, вот, и вам перезвоню. Ну, они перепутали меня с кем-то. Потому что он начал говорить, как будто он меня знает. Смотрите, я вот и шла, и я вот это чуть не упала со смеху. Смотрите, это полотенечко на кухне. Вы посмотрите, это все. Это какая-то сказка. Оно стоит 15 лир. Полиэстер. Я не знаю, как оно будет вытирать, но оно такое смешнющее, вы посмотрите. А есть еще таким бантичком. Вы такое видели? Так и счастье. Ну, перчатки вот, 7,95. Вот, вот такие цены. О, как у меня. Только этот очень жесткий, знаете. Ну, он не промокает, по-видимому. Вот с полотенечком. Сейчас практически все так используют. 20 лир. Ну, я на базаре покупала за 8. И такой помягче ткань. Этот чуть стоит. Ну, конечно, это когда было, Юля. Там на базаре уже нет по 8. Вот, а вот это 25 лир уже, это тоже 25. На самом деле очень удобно с полотенечком, честно. Курточку я опять, все, сейчас пойду курточку сдам. Видите, не, мне такая не нравится, мне такая не нравится. Ну, полотенечко, полотенец, завались. Вот, какие хотите. Там целая гора, боже, сейчас скидки на полотенце. Я надеюсь, я не потеряю курточку, где-то опять осталось. Это на пляж прям написано. Смотрите, серия, ну легко. Сон мы учили, последние. Это поддерж, опять я застряла на этом. Пляж, вы знаете, пляж так и будет. Хавлу-су. Хавлу – это полотенце, ха-су – это поддерж. Придется брать вам, давать этот поддерж, и все. Вот тут какие, там какие. Это здесь, смотрите, по 130 лир. Не знаю. Ну, такое, не искусственное, вроде хорошее. Слушай, вот я в халатах не разбираюсь, я говорю, у меня один халат уже 100 лет. Он мне такой теплый, я еще в Хмельницке брала на их базаре. С капюшоном, ой, шикарно. Ой, мужские халаты, мужчины специально для вас. Смотрю цену. Опачки, а мужские 179,95. Да, нормально. Женские у нас 169. Ну, то есть это просто качество другое. Не потому, что вы мужчины, нет, а потому, что качество вам лучше делают. Тут уже пошло 190, короче, 200 лир. Я уже даже эти цифры, вот эти последние, не говорю, чтобы вам голову не забивать. Ой, такой смешной этот. Вот этот у нас сколько? 130. А расцветка хорошая. Может, длина, знаете, отличается. Хотя, да, вот видно. Есть короткие, есть длинные. Ну, будете, приходите уже, меритесь и смотрите. Это что? А, я сейчас умру. Сексен грамм гелиор. Запомнили, сексен. Девочки, мальчики, сексен 80. Они взвешивают, представляете? То есть здесь на весы покупают. А, это, смотрите, если есть какая-то, ну, брак какой-то, одна штучка брака, это если две штучки. Наверное, нажимать, короче, тут система целая. То есть на весы, представляете, да, вот написано, немножечко бракованные, хитрофиль, не знаю, как гидрофиль, какие, ну, хорошие, не, ну, так. Если на килограммы, килограмм 39,95, я в шоке. Я еще такого не видела. Не там было такого здесь. Так, ладно, не буду говорить. Сейчас вы скажете, Юля, было уже давным-давно, понимаешь? С открытием магазина. О, смотрите. Ой, я не могу, что с таким идти. Поняла, да? Платьишко. В хамам, что ли. 49,95. То есть разница идет в качестве товара. Тут уже другое качество. Поэтому другая цена. Тут тоже 40, короче, 50 лир за килограмм. Прикольно, да?
Ну, то есть я не знаю, сколько одно полотенце может завесить. Смотрите, зашла, что увидела. Вот такие малюсенькие, да, для хранения продуктов. 2,50. Такие халюси, 350 миллилитров. А вот эти, они были 5,95, стали 2,95. Ну, потому что они такие черные, я не знаю, где они валялись, конечно. Как-то так, не знаю. 500 миллилитров мне все равно много. А здесь прям 1000. Ну, таких вот, и вот здесь кругленькие тоже есть. Это Ювар-Лакс Акламан. Тут уже 300 миллилитров, видите? 300. И вот такие для фруктов, вот с решеточкой вместе. 9,95. Боже, я как-то помешана на... Вот это начала покупать, я не могу остановиться. Нет, если честно, мне уже не хватает, потому что очень удобно эта заморозка. Вы даже не представляете, господи, я себе режу видео. Поставила, разогрела, съела. Не надо 300 раз, знаете, что-то 3,95, 55 этих. Вот это разное, да, сразу можно и кашу, и салат положить. Ну, оливье, например, понятно, что такое. Сырых продуктов я бы не рекомендовала замораживать. Оно будет как вода. Вот это на пикник они вот такое берут. Хотя можно и на торт. Пленочки еще такие большие. Вот. Это 34,95. Это чтобы гранат вот как-то выдаливает специально, я не знаю. 3,50. Ну, это сок, понятно, это ясно. А я так ем апельсины, мне так вкуснее. Это для льда. Ну, кстати, такая же цена, как в Мигросе. Ничем не отличается. Это для круп. А, на два разделено. А на три даже разделено. Смотрите, для лака. Видите? Юля, зачем тебе? В тебе один лак все время. Честно, не могу себе подобрать лак какой-то мне. Видите, какая красота? 20 лир такая красота. А вот это что? Это для чего? Для всяких тоже приколов. С сердечком. Я-то могу подобрать другой лак, но мне вот это, ну, просто я не заморачиваюсь. Такие лентяи. Ой, смотрите, это тоже, походу, силикон, бузлук. Силикон. Буз, помним, да, лед, бузлук для льда, скажем так. Ой, такие халюси, халюси. Такие большие. Это какой-то лед должен быть. Это... Прикольно, да? Вот так на праздник наделать таких. Сколько такое счастье? 9,90. Ну, еще один раз купила. Детям интересно. А вот эти силиконовые такие. 14,90. 24,90. Интересно. А в чем разница-то? Так, здесь закрыта дырочка. Ну, сверху я имею в виду. Ну, это чуть-чуть тверже, скажем так. Вот этот. Этот помягче. Но так разницы в 10 лир, чтобы была, я не вижу. А вот этот 24. Это, значит, это просто фирма другая. Наборы, кстати, в ванную, видите, 60 лир. Не дешевые. Ой, боже, мусорничек такой. 25 лир. Наверное, куплю эти коробочки. Потому что мне не хватает. Я накупила, а мне все равно не хватает. Это такие халюси, холодильник. Почему? По 2,50. Ничего, что Юля еще не на работе. И зарплату непонятно, когда получишь. Зато будешь с коробочками, да, Юля, сидеть? Ну, а что? А что не? И тут написано, что вот в микроволновке плюс 95 градусов. И минус может быть минус 25. Но я не думаю, что у меня морозиль на камере больше. Я очень сомневаюсь. 3, 4, 5. Юлечка сегодня 10 лир. 12,50 потратит. Вот так. Молодец. Пошла детям за одеждой. Юля, да? Ты пошла детям за одеждой. Хорошо, хоть девочки, бусинки ты купила. А сынульки, своей подружки, ты так и не купила ничего. Будешь коробочки посылать, да? Это в кафе некогда. Я, наверное, возьму Wanted. Я когда-то очень любила его. Ну, оно было, правда, 85 копеек, сейчас рубль 25. И вот это у них новое, походу, появилось. Попробуем. Карамель. Не, не буду. Хотя не, пробовала, вроде вкусно. Так, Юля, успокойся уже. Что-то нормально надо есть. Иду с Оздылека в Кипу.
Ем. Это отнесли, кстати, вкусное оказалось. Надо было больше брать. Взяла вот этих 4. Сеточку положила моих 4. 5 коробочек. Еще одну такую сеточку купила. Не знаю, она мне очень нравится. Очень легкая. Вообще я не чувствую. Посмотрю, мне кажется, там на этаже, возле большого именно магазина Кипи, там или детская обувь была, или детская одежда. Раз я уже здесь, то я решила все-таки посмотреть. Правда, скоро 4, мне на 6 на курсы. Я вот думаю, это я сразу на курсы вот с этим всем поеду, наверное. Не знаю. Потому что я приеду, и потом вылетать, пешком идти, то же самое будет. Нет, летом я люблю так ходить. Вот я выхожу утром и пошла. Но сейчас с курточками. Погода очень классная. Вы знаете, нет вот этой жары еще, что ты умираешь, не знаешь, что делать. И не холодно, не дождик. Прелесть. Просто тучки. Хорошо, хоть я зонтик не брала. Вот это, чтобы не тащить еще зонтик с собой. Я маленький же угробила в Стамбуле. А большой неудобно. Плохо. Вот, Юля, вот куда ты пришла? Вот дивись, вот там ворота. Дело в том, что я помню, что там вот только есть ворота, а тут я забыла, что есть. Видите, здесь вот такой забор. Не знаю, зачем, кстати, этот забор. Без понятия. Может, чтобы дети не выпали, знаете. Так будут бежать. Может, из-за этого. Ну, здесь вот, возможно, закрывают на ночь. Наверное, все-таки из-за того, что здесь стоянка, и оно охраняется. Возможно, платное, честно, не знаю. Может, и закрывают. Боже, так хорошо. Потому что если выходной, то просто невозможно пройти. Все люди, они же любят, знаете, местные жители, просто гулять по торговым центрам. Не надо ничего покупать, просто гулять. Особенно, если нет погоды. Сегодня девочки пойдут тоже на греческий урок. Калимера, калиспера. Я хоть что-то одно помнила, честно. Представляете, столько лет прошло, 20 с лишним. Добрый вечер, доброе утро. Я вспомнила. Поэтому учите турецкий. Я вам серьезно говорю. Вы так думаете, что, ой, как это тяжело, вообще не лезет в голову. Ну, не лезет оно в голову. Поверьте, оно залезло в голову, но уже там. Просто его надо повторять. Оно уже там, хотите вы этого или нет. Хожу я на пропускной пункт, как всегда.